Сегодня мы будем готовить апельсиновый лед. Для этого нам надо формочки. Как мы вчера вам показывали, мы купили эти формочки. Так, осиновые. Такие маленькие формочки. Теперь их убираю. Я тут поп-иты. Успокойте. Начинается что нужен апельсиновый сок. Вот апельсиновый сок, сад. И мы сейчас его будем наливать сюда. Если у вас есть формочки, вы должны их помыть. Чтобы там никаких бактерий. Давайте. Так, наливаем. Чтобы не вылился. Чуть-чуть подвинем, чтобы... Итак, все. Мы, в общем, думали, какое мороженое сделать. Апельсиновый лед или лед из кока-колы? Вот, кока-кола вредна детям, так что мы взяли апельсиновый сад. Осторожно, чтобы не вылезло. Ты должна еще подрасчитать, что ты будешь закрывать этими крышечками или палочками. Такие вот палочки. Тоже 6 штук. Они такие медвежата. Так, первый у нас хочу вот этого. Потом у нас хочу розового. Потом у нас кумка. Кумка. Смотри, какой цвет получился. Такой морской. Морской. И он все же такой, что... Аккуратно, слишком много, видимо, налила. Да, на пару часов. Когда будет готово, снимем продолжение. Спустя 2 часа, которые мы приготовили мороженое, вот оно. Она замерзла полностью. Сейчас будем доставать и пробовать. О, тут половинка. Спасибо, доча. Ням-ням. Сейчас будем пробовать. Такой же у тебя апельсиновый лед получился. У меня полностью! Я вытащила вот такой он. Это как апельсиновый сок. Очень вкусно, и он натуральный. Фреш! Если вы любите такие натуральные продукты, вы можете даже... Я ж кусаю. Сделать мороженое из компота или морса также. Заморозить. В банке я делала компот из... сушеных абрикосов. День удался? В такую жару как раз самое то есть. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Камера. Камера тебе машет. Камера что? Ага. Ну все. Перемена, чтобы поесть мороженое. Еще раз. 10-й раз. Пока. И еще раз пока. И еще раз.